Здорово, друзья! Вернулись в правильный спорт. К мощному, просто зверю. Просто больше всего по боксу скучал. Кайф. Смотрите, какой движ происходит. И все это в Дубае. Кстати, сегодня в Инстаграме добавлено много бизнесовой направленности, бизнесовой движухи. Поэтому ждите сегодня такой мотивационно-бизнесовый постик. Вот. Но вообще, мы в Эмиратах потихонечку двигаемся. Тут все очень сложно, необычно, непривычно. Представьте, русские ребята в арабской стране на английском языке пытаются все это состыковать, поженить, построить, сделать. Смотрите, стиль какой. В общем, дофига здесь работы. Вот. Все буду рассказывать и показывать. Аккуратненько, потихонечку. Просто надо все структурировать, чтобы было понятно, чтобы была польза от этих сторисов, а не такой, типа, какие мы молодцы. Нет. Короче, потихонечку двигаемся. Реализовать свою идею, если на пути встречаются люди, которые говорят, что у меня не получится. А если люди вокруг говорят, что у вас не получится, это первый признак того, что все будет хорошо. Я ни разу не видел ни одного успешного предпринимателя, который, рассказывая о пути своего успеха,